соперник уж очень матерый попался. И вот опять проходит передача, и вновь не успевает защитник. Пас вдоль ворот. 5-1 будет? Да, будет. Причем в очередной раз отмечаем в этой ситуации, в кавычках, Андреаса Линхарда. Еще одна позиционная ошибка. Рене Света вот должен в первую очередь ему пихать, как говорят в таких случаях. Шестой номер, защитник, правый крайний защитник. Вот, посмотрите. Он откровенно и по скорости, и по позиции проигрывает. И вот то, что он здесь бежит уже, это уже поздно. Ну, а дальше Марко Рагут забивает. 5-1 счет становится. Помните, когда забивал свой мяч, красивый мяч, вот этот вот после аута Петр Михорль? Тоже была ошибка все того же шестого номера Андреаса Линхарта. Вот он-то, собственно, и получил.